Видео представлено сайтом online-gdz.net, номер 910, алгебра Макарычева, 7 класс. Разложите на множители. Итак, c в кубе плюс b в шестой степени. Это не что иное, как сумма кубов двух выражений. Расписывается таким образом. Сумма наших выражений c плюс b в квадрате умножается на неполный квадрат разности. C квадрат минус cb квадрат плюс b в четвертой степени. То есть отсутствует двойка перед удвоенным произведением. А в девятой минус b в шестой. А в девятой это а в кубе и в третьей степени. Воспользовались свойством возведения степени в степень. То есть показатели умножаются. B в шестой это b в квадрате и в кубе. Формула распишется так. У нас разность кубов, поэтому множители будут такими. А в кубе минус b в квадрате умножить на а в шестой плюс а в кубе b в квадрате плюс b в четвертой степени. И в шестой степени минус 8 равняется x в квадрате минус 2 умножить на x в четвертой плюс 2x в квадрат плюс 4. 27 плюс y в девятой степени. 3 плюс y в третьей степени умножить на 9 минус 3y в кубе плюс y в шестой.